Покрывало Аллаха бывает двух видов. И я закончу с помощью Аллаха. Первое покрывало Аллаха, как проявление Его милости. Аллах не желает раскрывать мои поступки перед людьми. Клянусь Аллахом, если бы на нас не было покрывала Аллаха, клянусь Аллахом, брат не стал бы сидеть со своим братом. Клянусь Аллахом, если бы не покрывало Аллаха на нас, то я бы не стоял перед вами. Если бы не покрывало Аллаха, то я не стоял бы перед вами. Если бы с нас исчезло покрывало Аллаха, не сидел бы брат со своим братом. Если бы у грехов был запах, то из-за него, клянусь Аллахом, мы бы избегали пребывания друг с другом. Поистине, это покрывало Аллаха на нас. Покрывало Аллаха – это либо проявление милости к тебе. Аллах проявляет свою милость к тебе и не сообщает о твоих поступках другим. Либо второе положение у того, кто обольстился покрывалом Аллаха. Тот, кого Аллах покрыл один раз, грешит и говорит: «Аллах покроет меня». И возвращается к греху еще раз, и опять покрывает его. И Аллах опять покрывает его.